Дорогие боевые братья, дорогие ветераны, сегодня боевое братство занимается очень важным вопросом, который касается нас всех, именно ветеранов. То, что сегодня творится в Польше, на самом высоком уровне оскорбляется памятник советскому солдату, мы не должны молчать и сказать свое слово. Это касается непосредственно нас, ветеранов, которые наши деды, прадеды за освобождение этого государства, этих территорий проливали свою кровь. Поэтому мы в этом случае и вообще-то всегда солидарны с решением боевого братства. И призываю вас всех поддержать боевое братство и сказать свое слово. Спасибо вам за внимание. Всем огромный привет.